Назокет, что вы сделали? Могли бы выбросить мусор в сторону? Вы упрекаете в том, что подметаете двор? Вы же невестка. Конечно же, будете подметать. Если не ошибаюсь, вы тоже невестка этого дома. Вы не равняете меня с собой. Мамочка принимает меня за дочь. А вы не родная невестка. Не поняла. Почему это я не родная? Ваш муж – пасынок. Значит, и вы считаетесь не родной. Подметите. Если не нравится, можете пожаловаться маме. Какая она языкастая. Сама подметай, если нужно. Не поняла. Что это? Назокет? Махфуза? Слушаю, мамочка. Мамочка, вы же знаете, я не грызу семечки. Невестка иногда развлекается. Почему вы обманываете? У меня аллергия на семечки. Это я обманываю? Простите, что я зайду в вашу комнату. Я сейчас. Это что? Вот, мамочка. Что это? Это не я приносила семечки, мама. Вы говорили, что у вас аллергия на семечки, да? Вы же мешками принесли. Зачем обманывать? Мамочка, я не заносила в комнату, я не знаю, как это оказалось. Не вините невестку, мамочка. Наверное, захотела погрызть. Я подмела задний двор, только хотела перейти на эту сторону. Сейчас сама уберу все. Почему это вы должны убирать? У нее самой руки обломаны, что ли? Мамочка, я не делала. Я же сама подметала двор. Закрой рот. Даже собака чистит то место, где лежит. Скорее выйдите и уберите. Возьми свои семечки. Вот так вот бери в невестки сироту. Будешь молчать, сразу же садятся на плечи. Мамочка, вы обидели невестку? Мало ей. Ты тоже не защищай ее. Хорошо. И родителей нет. Ладно, вы пришли уставшие. Сейчас я принесу вам чай. Отдохните немного. Thank you.
Опять муж моей мамы сегодня накатил. Алло. Алло. Это я, мама. Ваш муж совсем пьяный. Лежит вот здесь. Не муж, а отца скажи. Я тебе тысячи раз говорила называть отца отцом. Этот человек не мой отец. Хватит. Сейчас скажу Азизу. Он быстро заберет. Папа? А, вот. Не нужно Папа. Звонить. Он Папа. Сам пришел. Папа, что с вами? Откройте глаза. Ладно. Что ж ты сидишь? Иди сюда, помоги! Идем! Он потерял сознание, нужно повезти в больницу. Отец! Отец, откройте глаза, не пугайте нас. Отец! Папочка! Эй, я тебе говорю, он потерял сознание, иди сюда! Отец! Нет, не проси. Все равно не посажу в свою машину. Вырвет и все испортит. Зафар, пожалуйста, помоги! Братишка? Где ты видел таких братьев, у которых разные мамы и разные отцы, а? И ты, и твой отец, вы мне чужие. По мне пусть сдохнет на холоде. Я сейчас тебя! Эй, посмотри на меня, мразь! Ну и не называй меня братом, понял? Сейчас мы срочно отвезем в больницу. Ладно. Открывай машину. Не лечись. Иди сюда, помоги! Что случилось? Отец хорошо себя чувствует? Сейчас врачи обследуют его. Главное, чтобы состояние улучшилось. Да. Садитесь. Садитесь. Ой. Я замучилась из-за отца. Тысячу раз говорила, не пейте, не пейте. Делает, что хочет. Что будет, если умрет? Не думайте о плохом. Дай бог он поправится. Вот увидите. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Как его состояние? Хорошо ли чувствует себя отец? Не могу сказать, что хорошо. Его состояние нехорошее. Боже мой. Что? В прошлый раз я тоже предупреждал вас, чтобы не пил, что печень ослабла. Мы его еле спасли. Теперь... Простите, доктор, мы проглядели. Так получилось. Теперь он не сможет пить водку. Поэтому я скажу прямо. Если он выпьет глоток, мы не сможем его спасти. Теперь будьте внимательны. Хорошо, доктор. Мы постараемся, чтобы он не пил. Здравствуйте. Как вы добрались? Здравствуй. Как отец себя чувствует? Плохо. Азакия, отец раньше тоже так много пил? Простите, что я спрашиваю. Раньше он вообще не пил. Почему он начал пить? Когда мама умерла, мне было 13 лет. Через 2 года отец женился на матери Зафара. Значит, мамочка для вас не родная, да? Эта женщина с первых дней не взлюбила меня. Она всегда жаловалась на меня. Избивала. Держала голодным. Я хотел жить с бабушкой, хотел жить с отцом. Понимаешь, мое детство прошло в мучениях. Я тоже опять затронула эту рану. Ладно, забудьте о прошлом, пойдемте в дом. Однажды отец, от того, что надоело слышать жалобы на тетю, даже ударил по лицу своего потомка.
Он поднял на меня руку и сам переживал. Вот после этого и начал выпивать. До сих пор не может остановиться. Мамочка, у вас голова болит? Болит. И сердце колет. Мне вызвать скорую? Не обязательно. Пройдет. Меня беспокоит ваш свёкор, дочка. У него состояние тяжелое? Тяжелое. У него печень сгнила. Доктор сказал, что если он выпьет глоток, ему настанет конец. Если что-то случится с моим мужем, нас ожидают скандалы. Какие скандалы? Говорите понятней. Сейчас Азиз, что бы я ни говорила, он соглашается. Что будет после смерти отца, не знаю. Мы и вправду останемся без жилья? Я унижаю, мол, не родной, а он же настоящий хозяин дома. Нет, я не допущу этого. Мне нужно найти какой-нибудь выход. Сейчас. Сейчас. Ой, дорогой, здравствуйте. Вы пришли? Здравствуй. Вы в порядке? Да. Как здоровье? В дороге да, не замучились? Спасибо. Хорошо. Вам хорошо? Да, спасибо. Вы мой хороший. Будьте здоровы на наше счастье. Живите до 100 лет. Сынок, проводи отца в комнату. Хорошо. Сейчас я зайду. Хорошо. Мама, все хорошо? Сынок, послушай меня. Ты не мог сам привезти отца из больницы? Он приехал на такси. Мама, мне оплачивать аренду за машину или возить вашего мужа-пьяницу по больницам? Что ты говоришь? Ты не видишь его состояние? Возьми его дуа, служи ему. Мне от него ничего не нужно. Сынок, что ты говоришь? Боже мой. Дорогой, как вы попали в больницу? Я не находила себе места. Дорогой, бросайте пить водку. Если вам не жалко себя, пожалейте меня, своего сына Зафара, пожалейте. Если с вами что-нибудь случится, что будет с нами? Сынок, я тебя ударил вот этими руками. До сих пор эта ладонь, которая ударила тебя, огнем горит. Оставьте эти разговоры, отец. Все хорошо. Но отец может же ударить своего сына? Правильно говорит. Бог есть, Хосьят, есть. Берите, мамочка. Почему?
Почему ты протягиваешь Зафару чай? У него нет жены, что ли? Или руки переломаны? Простите, мамочка. Невестка же наливает чай. В прошлый раз вы поругали меня за то, что я не протянула деверю чай. Не нужно поэтому. Разбуди своего мужа. Разве можно спать до обеда? Он лежит. Иди разбуди. Нет. Азакия рядом с отцом. Я отнесла завтрак в комнату отца. Если муж рядом с отцом, почему ты здесь сидишь? Иди туда. Мамочка? Mm. Невестка знает, что состояние отца ухудшилось. Она собирает разговоры, чтобы настропалить мужа. Мама, главное, чтобы после смерти вашего мужа мы не оказались на улице. Ну что ж ты всегда говоришь, мол, ваш муж, а? Если ты назовешь отцом, у тебя язык отсохнет. Было бы хорошо, если бы вы, пока отец живой, переоформили бы дом на себя. А, отец не согласится. Если он согласился бы, я уже давно бы переоформила. Эй, давайте быстрее, мама. Мы опаздываем. Послушай, иди позови брата. Давай быстрее, мы опаздываем. Мама, не говорите «брат», пожалуйста. Эй! Поторопись, давай выходи! Ты что, проспал? Что? Почему ты не торопишься? Пошли! Ты не пойдешь на базар? Что-то нога не тянет, тетя. Сегодня я останусь дома. А она купила столько фруктов. Кто будет продавать, сынок? Ты говоришь, что будешь дома сидеть. Твоя жена беременна. Если фрукты пропадут, ты... заплатишь за них? Я волнуюсь за отца. За отцом будет ухаживать вон твоя жена. Быстрее одевайся и выходи. Пусть она тоже оправдывает то, что ест. Если молчат, вы наглеете. До каких пор я вас буду содержать? Поторопись. Не беспокойтесь. Идите на базар. Я сама позабочусь об отце. Эй, ладно. Пойдем-ка, проведаем отца. Хорошо, идем. Идем. Отец, вам немного лучше? Мне лучше, сынок. Это... немного... Нет, нет, отец. Нет, никогда. Илтимос, бу нарсани умуман сорамайин. У меня внутри все горит, сынок. Хотя бы на донышке пиалы один глоток. Отец, что хотите, просите. Только не просите это. Простите, я не могу дать. Отец, вам нельзя пить. Вы понимаете это? Я до обеда вернусь. Хорошо? Потерпите. Махфуза. Слушаю. Мне не понравилось, как невестка ухаживает. Сама позаботься об отце. Ей не доверяй. Хорошо. Ладно, отец. Я скоро вернусь. Папочка, пожалуйста, ради меня не пейте. Прошу вас. Хорошо, сынок. Хорошо. Ладно. Я провожу вас. Папочка, сейчас я вам заварю чай горячий. Что было бы, если вместо чая принесла бы немного на донышке пиалы? Эх, боже мой.
Честно сказать, я побаиваюсь. А если помрет, что будем делать на Зохет? Не помрет. Делайте, как я сказала. Когда будете доезжать до дома, скиньте мне гудок, я пойму, хорошо? Хорошо? Хорошо. Эй, сегодня мы поедем на базар или нет? Пусть ваш любимый сын выйдет, потом поедем. Позови, пусть поторопится. Посмотри, выходит, нет? Акеджон, вы не беспокойтесь, я сама позабочусь о папочке. Идем. Хорошо. Уф, что она сдохла там? Что она до сих пор делает возле отца? Странно. Уф. Ой, папа хорошо себя чувствует, невестка? Сегодня ему намного лучше. Он заснул. Пусть немного отдохнет. Я подготовила ингредиенты для манты. Идемте быстро приготовим. Ой, Азаке сказала, чтобы я не оставляла отца. Сегодня обязательно готовить на обед манты. Маме надоела уличная еда. Сказала, чтобы принесли на базар. Тогда нужно сказать, что нет времени готовить манты. Тогда сварим что-нибудь полегче. Вы позвоните? Ладно, пойдемте. Идемте. Можете приехать домой. Алло, я подъехал. Хорошо. Я стою чуть дальше от дома. Что вы делаете? Мы с невесткой готовим. Я ее отвлекаю. Эй, она не заметит, если войду? Не волнуйтесь, не заметит. Я же сказала, что отвлекаю. Угу. Ты тогда отвлекай ее. Сейчас зайду. Документы готовы. Осталось дать ему подписать. Папочка, как вы? Как отдыхаете? Отец, я принес чистую. Будете пить? Вот. Дай, дай, сынок, дай, дай. Я дам. Но с одним условием.
Дай. Дай, говорю тебе, давай. Подождите. Сначала выслушайте мои условия. Если вы подпишете эти бумаги, все решится. Водка ваша. Вот, возьмите. Ну-ка. Никогда. Если сейчас мама придет или брат, останетесь ни с чем. Подпишите? Вам нужно поставить только одну подпись, и водка ваша. Послушай меня, сынок. Оставь это. Оставь. Дай мне водку. Одна подпись, и водка будет вашей. Нет, говорю, я не буду подписывать. Ну ладно. Я вам кое-что покажу. Смотрите. Ох, 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 ох. Дай, дай, дай же, сынок, дай. Вы подпишете? Нет. Как знаете. Подожди, подожди. Подпишу. Подпишу. Вот это другое дело. Сейчас. Сначала подпись. Вот, давайте. Хорошо. Это другое дело. Дай, ну дай же. Вот, папочка, для вас я принес самую хорошую. Еще. Ладно, сегодня отдохните. Наливай же. Хватит. Еще. Все, все, хватит. Хватит. Еще. Достаточно. Ладно, отец, я потом приду. Подожди, подожди. Отец, вы проснулись? Папочка, что случилось? Вам не здоровится? А? Я не понимаю вас. Сейчас, сейчас я позвоню. О, Боже. Что случилось с отцом? Это... Что, невестка? Что случилось? Папе стало плохо. Он не приходит в себя. Возьмите себя в руки. Вы не заходили в ту комнату? Нет. Не заходите. Нет, испугалась. Чтобы ничего не случилось. Хорошо. Что вы тут стоите? Испугались? Что случилось? Не знаю. Отец, что с вами произошло? Папа! Откройте глаза, папа! Дорогой! Умер, что ли? Папочка, не пугайте меня! Молчите! Может услышать кто-нибудь. Я же вам говорил, папа, не Черт пейте! Побери. Это ты мне сказала, чтобы я дал это водку? Это не я, мама научила. Она сказала, покажи свекру водку, он сразу подпишет. Поэтому я вам сказала. Папочка, откройте глаза! Вызови скорую! Алло, дочка. Да, мамочка. Что произошло? Все в порядке? Ты сделала, что я сказала? Да, отец умер, мама. Умер? Пусть Бог будет милосерден. И так он был в плохом состоянии, и без водки бы умер. Не переживай. Скажи мужу, чтобы не заходил хорошо, к нему. Хорошо, хорошо. Потом поговорим. Мама сказала, чтобы вы взяли себя в руки. Да ну, твою мать. Уф.
что было, то было. Все. Мама, не переживайте много. В таком случае вы тоже сляжете. Вот и судьба человека. Рождается и умирает. Рождается и умирает. Отец бы еще жил. Кто-то дал ему водку. Дал водку? Откуда ты взял это? В тот день, когда я зашел к нему в комнату, я почувствовал запах водки. Даже одежда пахла водкой. Кто-то специально напоил отца водкой. Ой. К твоему отцу заходили только ты и твоя жена. Значит, водку дал или ты, или твоя жена. Думаю, что говоришь. Что ты говоришь? Тогда и ты не бубни, выскажись. Ну и кого же ты подозреваешь? Меня, маму или мою жену? Все, прекратите! Перестаньте говорить чушь! Значит, столько должен был прожить ваш отец. Все, он умер, ушел! Что скажут люди, если услышат эти разговоры? Где твоя жена? Кто-то снял с ее пластика 300 тысяч. Она пошла в банк, чтобы уточнить, кто снял с пластика деньги. Ой, боже, только этого не хватало. Пришли, дочка. Ну что? Нашелся вор. Вот. Вам нужны были деньги, сестра? Возьмите все. Снимите все. Мы одна семья. Вы своих обдираете, да? Назокиат, что вы говорите? Я не трогала ваши вещи. Мне в банке сказали, что деньги переведены на вашу карту. Что вы скажете на это? Вот, посмотрите. Не может быть. Вот, мамочка. Вот, смотрите. Попросили бы, я сама дала бы. Зачем нужно было воровать? Эй, невестка. Мамочка, я вообще не дотрагивалась до карты на Зокиат. Я не воровка, мамочка, а Закя, Бог видит. Вот, доказательства есть же. Я думала, что у тебя нет родителей, что ты разгильдяйка, да ты еще и воровка. Мама. Что, мама? Ты видишь? Читай. Мы еще выясним это. Махфуза, и вправду деньги были переведены на твой пластик. Что? Азаке, вы не верите мне? Я не воровка. Я не воровка. Вон, чтобы скрыть свою вину, жена твоя вышла. Эй! Моя жена не воровка. Понял? Все происходит из-за твоей жены. Что? Теперь моя жена виновата? На самом деле и отца убил ты, и твоя жена. Заткнись! Ой, ой, о боже мой, что вы творите? Не называй моего отца своим отцом, понял? Ой, боже мой. Ты не говори о моем отце. Ой, ой, что вы делаете? Что вы делаете? Проклятый Азиз. Он ударил и скривил нос. Пока мне выпрямляли нос, так больно было. Нос только скривился. Хорошо было бы, если кость сломалась. Что?
ты в своем уме? Чем жалеть меня? Ты посмотри, что ты говоришь. Ну, сломанная кость заживет. Но хватает этой сломанной кости для того, чтобы сообщить в милицию. И этому тебя мама научила. Скажите, не твоя мамочка, а мамочка. Азазаке, хорошо, что он ударил вас. Я бы посмотрел на тебя, если бы тебе было так больно. Послушай, у тебя и вправду с пластика деньги сняли? Я что, дура, что ли, чтобы у меня своровали пластика деньги? Когда невестка сидела возле папочки, я потихоньку зашла к ней в комнату. С телефона я 300 тысяч скинула ей на пластик. Нет, этому мама не учила меня, не волнуйтесь. Ну ты лиса, лиса. А теперь сделаем так. Одним словом... Махфуза. Махфуза. Сейчас. Ты была в комнате? Я столько звал, ты не слышала. Все. Не мучай себя. Жизнь клеветы бывает короткой. Завтра или послезавтра или... Я все равно уточню, кто это сделал. До конца доведу. Мама распустила слухи с соседям, что старшая невестка воровка. И соседи тоже начали странно на меня смотреть. Мне даже неудобно выходить на улицу. Не переживай. Оставь. Не обращай внимания. Нам нужно поговорить с тобой. Ты иди. О чем ты хочешь поговорить? О твоем будущем. Говори яснее. Твоя жена украла деньги моей жены. Для того, чтобы обвинить и доказать это, хватает той бумаги, которую дали в банке. Ты сейчас клевещешь на меня и на Махфузу, так? Ты ударил и сломал мне нос. Есть заключение врача. Знаешь, что будет, если я обвиню твою жену в воровстве, а тебя в насилии? Да-да. Знаю. Ты это пришел сказать? Нет. А, я подготовил и документы дома. У меня есть и подтверждение о том, что завещание оформлено на меня. Да, конечно же, это копия. На. Мразь! Отец бы никогда не согласился с этим. Да, я теперь понял. Чтобы добиться этого дома, ты дал ему водку, да? Убери руки. У тебя есть доказательства? Нет. Тогда слушай меня. Сейчас мы вдвоем пойдем в нотариус. Ты подтвердишь, что не претендуешь на имущество отца. Если не согласишься... Сейчас же сдам в милицию. Что? Что ты сможешь сделать? Ой, скажу тебе, я избавилась от любимого сына мужа.
Да, не знаю, совесть ли заиграла или переоформил дом на моего сына. Сам. А сам, что ли? Живет у своей бабушки. Ой. Ой. Что-то сердце колет, подруга. Потом поговорим. Ой. Ой. Сердце. Ой. Ай. Невестка. Ой, сердце. Скорее вызывайте скорую на закат. Сердцем плохо. Ах. Ой. Ой, сердце. Алло? Это скорая? Не понял. Ты думаешь, что говоришь? Как можно продать дом на Звокет? Как все продают, так и мы продадим. Мама нашла покупателя. И вообще, почему мы должны продавать дом? Я не пойму этого. Потому что этот дом построил не ваш отец, а отец Азизаке. Если завтра, послезавтра Азизаке будет претендовать, что будем делать? Останемся на улице? Пусть претендует. Дом же оформлен на меня. А если подаст в суд? А если суд оформит на него, что тогда будет? И такое может быть. Да. Об этом я не подумал. Я подумала. Поэтому продадим дом. На эти деньги купим новый дом. Договорились, любимый? Ладно. Сегодня вместе сходим в больницу. Только сама маме объяснишь. Нет, вы сами маме объясните. Объясните после того, как мы продадим дом. Что? Ты продал дом? Почему ты продал? Мама, все равно рано или поздно Азиз отобрал бы у нас этот дом. Сами знаете, если не продали бы, остались бы на улице. Ай, хорошо. Ты продал. Что ты сделал с деньгами? На эти деньги я купил двухкомнатную квартиру. Что? Ты продал огромный дом и купил двухкомнатную квартиру? На остальные деньги я купил машину. Чуть получше. Сами знаете, я уже устал ездить на машине в аренду. Ой. Боже мой. Сынок, ты же знаешь, я не могу жить в квартире. Мне тесно. Ты не подумал об этом, прежде чем покупать квартиру? Мама, ну, вы же сами знаете. Ваша невестка беременна. Скоро у вас будет внук. Поэтому на Звокет... Ну, мы... Что мы? Если родится ребенок, здесь вы, там невестка, внук. Я думаю, не будет ли тесно вчетвером в квартире? Хотел сказать, пока куплю дом... Побольше, может, вы поживете у родственников? Вот. Мама, я еще приду. Хорошо?
Хорошего отдыха. Возьмите. Спасибо. Все в порядке? Почему вы без настроения? Три дня тому назад Зафар продал отцовский дом, купил себе квартиру и переехал. Ну что же поделать? Отцовский дом достался братишке. Что мы сможем сделать? Бессовестные. Он не захотел жить с матерью. Тетя оказывается в больнице. Азаке, может... И ты об этом подумала? Угу. Эх, эта жизнь такова. Для скупых тесень, для щедрых щедр. Ладно. Давай мы будем добросердечными. Вот так. Тётя? Тётя? Здравствуйте. Здравствуй. Как вы? Я пошел в больницу. Сказали, что вас выпустили. Где я только не искал вас. Смотрите, хорошо, что вы далеко не ушли. Это, тетя, я все знаю. Честно сказать, не переживайте. Все будет хорошо. Ладно, поехали. Куда? Махфуза приготовила плов и ждет вас. Пойдемте. Ну, идемте. Идемте. Ну, тетя. Не беспокойтесь, я сам поговорю с Зафаром. Все будет хорошо. Все встанет на свои места. Ладно. Вместо родного сына. Пасынок дарит свою любовь мне. Главное, чтобы сейчас вы пошли со мной. Холодно же, тетя. Если вы простудитесь, опять мы должны будем обратиться к врачам. Наоборот, вы должны поправиться, все хорошо. Да воздастся тебе, сынок. Не плачьте, не плачьте, тетя. Прости меня, глупую, сынок. Все будет хорошо.